6 тысяч. Чтобы кормить семью, платить за коммуналку, одеваться – это средняя зарплата библиотекаря. При том, что последнее время у них действует новая отраслевая система оплаты труда. Ее ввели с 1 сентября 2010-го. Но не учли некоторые коэффициенты. Отсюда руководители больших библиотек и начальники маленьких отделов получили одинаковые оклады. Ощутимой прибавки нет ни у кого. Профсоюзы решили обратиться к депутатам. Мы прежде всего просим, чтобы утвердить стимулирующий фонд оплаты труда в размере 30% к общему фонду оплаты труда учреждения из городского бюджета, что составляет 44 732 200 рублей. Сегодня в Гордуме как раз обсуждали новую систему оплаты труда в разных бюджетных сферах. Первопроходцами были здравоохранение и образование. В частности, у педагогов зарплаты по-новому стали считать с января 2010-го. Плюсы есть. У некоторых зарплаты выросли даже на треть. При этом зарплата каждого шестого работника школ, детских садов едва дотягивает до минимального размера оплаты труда. Средняя зарплата учителя в Калининграде, например, 42 тысячи рублей в месяц. В Москве 60 тысяч. В республике Саха более 50 тысяч. В Череповце 10 с небольшим, при том, что наши учителя работают на 1,5-2 ставки. Новая отраслевая система требовала избавиться в сфере образования от нецелевого использования средств, то есть сократить по максимуму техничек, лаборантов, психологов. Насколько от этого выиграли школы, вопрос спорный. Да и фонд оплаты труда вырос не во всех учреждениях. Когда финансирование было не подушевое, мы могли те школы, которые пользовались большим спросом, или там, где шел рост учащихся, соответственно, родителей, мы могли изменять в течение финансового года, с 1 сентября могли им изменять планы. То есть увеличить предложенное финансирование, открыть больше классов. Сегодня, значит, исходя из нормативно-подушевого финансирования, финансирование дается на школу на финансовый год, а не на учебный. Директор зажат в рамки, он не может больше и не может меньше. Относительно благополучно новая отраслевая система сработала в спортивной сфере. По словам председателя комитета, фонд оплаты труда вырос, причем значительно. Средняя зарплата тренера – 17 тысяч рублей. Какие плюсы в новой системе? Здесь появилась возможность стимулировать тренеров на подготовку не только групп начального подготовки, но и тренеров уже учебной тренерской группы и спортивного совершенствования. В результате чего за каждого спортсмена, который завоевывает так или иначе какие-то награды, бонусы, на уровне, в том числе, до Вологодского выше, соответственно, уже тренер получает за это выплаты. Опыт, безусловно, положительный. Возможно, его удастся применить и в других сферах. Но депутаты уверены, нужно еще раз оценить отраслевую систему оплаты труда и просто исправить выявленные недостатки. Безусловно, проблема всех уровней власти. Но прежде всего, это, конечно, федеральный уровень. Поэтому я прошу, так сказать, коллег вместе со мной присоединиться, записать это сейчас в протокол, с тем, чтобы нам потом к этому вопросу вернуться и написать обращение сначала, естественно, в законодательное собрание, с тем, чтобы вопрос был инициирован с низшего уровня по поводу федерального стандарта подушевого финансирования. Что касается городской казны, то пока изыскать в ней дополнительные средства на финансирование бюджетной сферы сложно. Хотя повысить ее наполняемость можно, например, сделав упор на развитие малого и среднего бизнеса в нашем городе. Малый и средний бизнес на сегодняшний день платит порядка 30% в городской бюджет, а эти платежи могут быть гораздо больше. Но для этого необходима система стимулирования малого бизнеса. Его нельзя задавить налогами, необходимо увеличивать поступления, не увеличивая нагрузку на предприятие, расширяя налогооблагаемую базу. Это базовый принцип увеличения доходов и в системе здравоохранения, и в системе образования, и в других социальных сферах. Но ослабить налоговое бремя на бизнесменов можно опять-таки на федеральном уровне. Пакет предложений народные избранники намерены оформить в виде обращения и направить в законодательное собрание области. Остальное просто не решается. Вопрос сейчас о корректировке бюджета.